Дальневосточный леопард «Великорос» гуляет в своем огромном парке. Парк леопардов в длину 150 метров, в ширину 40 метров. По периметру парка леопардов расположен мост, с 6-метровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе, без решеток перед глазами. В парке на данный момент проживают два леопарда. Его невесту, леопарды Сурона, не выпускаем вместе с Великоросом, чтобы не было стычек между кошками. Леопарды гуляют в большом парке по очереди. Питается леопард вдоволь, рацион у него разнообразный. Говядина, курица, рыба. Для здоровья, как и все кошки, леопард ест немного травы. Приезжайте покормить и полюбоваться на пятнистого краснокнижника Великороса.